Этой традиции уже более 30 лет. Благотворительный марш AIDS Walk в Нью-Йорке объединяет колонии людей разного возраста, всех полов и рас. По Манхэттену в память о погибших от СПИДа нью-йоркцы прошли впервые в 1986-м. На марш в этом году вышли более 20 тысяч человек. Акции, подобные нью-йоркской AIDS Walk, проходят, разумеется, во всех крупнейших городах Соединенных Штатов. Благодаря им на борьбу со СПИДом собираются миллионы долларов. Но, разумеется, нью-йоркская акция самая крупная не только в США, но и в мире. За все годы проведения акции, начиная с 80-х, ее участникам удалось в общей сложности собрать более 150 миллионов долларов. И пожертвований год от года становится все больше. Колонна растянулась по Манхэттену на несколько километров. Марш по Центральному парку и улицам города занимает в среднем 2-3 часа. Это важно, потому что мы просвещаем молодежь. Мы собираем медикаменты для тех, кто в них нуждается, даем возможность получить юридическую поддержку и привлечь внимание общественности к этой проблеме. Людям необходимо больше знать о ВИЧ-инфекции, чтобы общество, наконец, пробудилось и осознало, как важно всем вместе с этим бороться. Я лично знал людей, которые стали жертвами СПИДа. Их уже нет с нами. Я сравнительно недавно в Нью-Йорке, и это очень хороший способ приобщиться к тому, чем живут нью-йоркцы. Нью-Йорк одним из первых в стране 30 лет назад столкнулся с эпидемией ВИЧ-инфекции. И первыми привлекать внимание общественности к проблеме в США начали именно здесь. Организаторы марша с удовольствием отмечают, что по статистике случаев заражений в Нью-Йорке становится с каждым годом все меньше. Но работы еще много предстоит. До сих пор существует много предрассудков по отношению к людям, инфицированным ВИЧ, или так называемой группе риска. Мы наши акции выражаем им поддержку и проводим сбор средств на оказание помощи этим людям и на проведение исследований. Мы надеемся, что когда-нибудь станет возможным полное излечение от ВИЧ-инфекции. Благотворительный марш временами напоминает парад, временами акцию протеста. Представители организации ACT UP, действуй, своими плакатами призывают власти обуздать алчность крупных медицинских корпораций. Властям необходимо регулировать цены на ПрЭП, превентивное лекарство от заражения ВИЧ. Компания, которая владеет патентом на препарат, должна рассекретить формулу, чтобы другие смогли выпускать более доступный аналог этого лекарства. Проведению марша помогает целая армия волонтеров, более 1000 человек. Направляют движение, следят за порядком, раздают участникам бесплатные напитки и еду. Многие занимаются этим годами. Когда движение только начиналось, никто не знал, что возможно какое-то лечение, как действовать для защиты от инфекции. Теперь информации гораздо больше, и многие расслабляются, считая, что все излечимо. Этого делать нельзя. Нужно по-прежнему быть осторожными. Помимо частных доноров, у марша десятки спонсоров среди крупных американских компаний и общественных организаций. Каждый делает посильный вклад. Деньгами, агитацией в прессе или юридической поддержкой. Результат говорит сам за себя. Воскресный марш AIDS Walk в Нью-Йорке собрал на борьбу со СПИДом и ВИЧ-инфекцией более 4 миллионов долларов. Евгений Маслов, Владимир Бадиков. Настоящее время. Нью-Йорк.